Так, всем добрый день, с вами кухня моей мечты. Я Наталья Невзорова, и сегодня мы попробуем с вами приготовить блюдо, как вот говорили раньше в детских садах, по замыслу. То есть я просто соблюдаю определенные пропорции приготовления продуктов, беру разные продукты, и мы попробуем приготовить с вами курицу с рисом. Значит, для начала, конечно, я все продукты приготовила. Купила вот краснодарский рис круглозерный, нам очень нравится он в пакетиках, его не надо мыть. Нарезала 2 помидора, одну очень большую луковицу и примерно 800 граммов куриного филе. Значит, соль, естественно, будет у нас по вкусу, я еще буду добавлять воду. С чего я начинаю? Значит, самое первое, я на дно кастрюли кладу лук. То есть пусть это будет у нас шуба из лука. Так, все. Теперь я кладу мясо на лук. То есть мясо я укладываю равномерно, вот таким слоем, как я делала говядину. Куриное мясо, но не такое, конечно, сочное, как там, например, свинина или говядина, но все равно сок оно свой даст. У меня здесь куриные грудки. Вот мясо мы уложили. Теперь я все это солю. Соли я кладу примерно чай, столовую ложку. Немножко перемешиваю. Чтобы соль равномерно распределилась. Далее я кладу рис. Риса 2 стаканчика. Так, один. Так, еще один. Это примерно 4 пакетика. Сверху кладу помидоры. Зелень я добавлять не буду. Я добавлю ее в готовое блюдо. Можно еще сюда добавить морковь. Но вот у меня ее не оказалось просто. Наливаю 3 стаканчика воды. Это третий. Все мы подготовили. Закрываем мультиварку. И выставляем программу тушения. И мне нужно выставить на 2 часа. То есть тушить я буду 2 часа все это. Вот, выставила мне 2 часа. Все. Сейчас программа включилась. И через 2 часа мы посмотрим, что у нас из этого получилось. Ну что ж, время приготовления закончилось. У нас мультиварка переключилась в режим подогрева. Мы в это время, за эти 2 часа, успели сходить в магазин, переделать дома массу дел. И вот сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. Так, открываем нашу мультиварку. И вот давайте посмотрим, какое блюдо у нас здесь получилось. То есть рис разопрел. И вот мясо. То есть мясо. Все хорошо у нас протушилось. Конечно, не такой рассыпчатый, как хотелось бы. Ну вот, сейчас будем снимать пробу с этого блюда и будем кушать. В общем, первый раз я готовила вот такое блюдо. Так, вот блюдо у нас готово. Давайте его посмотрим вблизи. Так, курица с рисом. Рис, конечно, получился не важнецкий, такой немножко слипшийся. Ну, значит, надо мне или поменьше воды лить, или как-то по-другому, может быть, закладывать. Мы посыпали сверху укропом, можно еще посыпать зеленым лучком, и можно кушать. Сейчас мы отведаем, и под видео я напишу отзыв о том, понравилось мне это блюдо или нет. С вами была кухня моей мечты, Наталья Невзорова. Приходите к нам еще и узнайте много нового и интересного о кухне.